Традиционно совещание началось с итогов работы системы «Добродел» за минувшую неделю. Руководитель отметил положительную динамику по этому направлению и пожелал не сбавлять темпов. Хочу отметить позитивную тенденцию по всем категориям. За прошедшую неделю удалось нам выровнять показатели. Это говорит о том, что были решены системные проблемы. И качество работы ответственных по подразделениям выросло. Недобросовестные управляющие компании уйдут с территории округа. Договоры с ними будут расторгнуты. На смену придут те, кто по всем показателям в лидерах. И мнение жителей в этом вопросе будет первостепенным. С теми управляющими компаниями, которые со своей работой справляются плохо, имеют на сегодняшний день рейтинг 2 звезды, мы будем прощаться. Уверен, что вместе с жителями проведем общее собрание жильцов, собственников и выберем другие управляющие компании. Питание детей в общеобразовательных учреждениях снова в центре внимания. Андрей Иванов потребовал от управления образования разработать механизмы, чтобы эта сфера стала максимально прозрачной. От момента приема продуктов в столовой до раздачи питания. Решено оборудовать все пищеблоки школ и детских садов видеокамерами. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».